порно-актриса. Почему? Почему я порно-актриса? Давно права получила? Да, давно уже, ребят, скоро менять придется эти права. Вот. Ну давай, дрочер, бляха, муха. Господи, мужики хуже баб ездят. А, Гози, привет, как дела? Когда на дом? На дом, ну, ребят, уже, наверное, никогда. Смотри на дорогу, рассказывай, почему Варвина с мужем ушли. Я не знаю, почему Варвина с мужем ушли. Видимо, Алексей Николаевич устал разбираться в сплетнях, в интригах. И решил уже обзавестись малышом, потому что и Натуля молодая, да, и ей нужен ребеночек. Да, и он еще в расцвете сил. Так что я думаю, здесь причины личного характера. До конца маршрута осталось 200 метров. Так вот. А ты с дурдома? Да, я с дурдома, который вы смотрите. Замужем? Нет, я не замужем. А почему? У вас-то так-то там так не хватает. Ну, ребят, вот так вот. Не сошлись мы немножко мнениями с руководством. Наверное, это вот так сейчас можно сказать. Замуж собираешься? Ребят, не хочу замуж. Не хочу я замуж, я там была. Не, на самом деле не собираюсь. Ну, действительно, я там уже была. И оставлю это место для девочек, которых там еще не было. Вот так вот. Оп! Хорошо, машину поставила. Вот, у тебя очень красивые губки. Благодарю за такой нежный комплимент. Очень приятно. Идиоты всякие гадости пишут. Ну, знаете, как говорится, найди... Вы приехали. ...обижаться. И обращать внимание. Но иногда мне весело поорать, короче, повозникать там. О, подождите, ребят, где там мои ключи? Вот они. Ключи посеяла. Ой. Саша, куда едешь? Приехала на работу забрать до заказа. Так. Опа. 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 Так. Ей просто сказали, и или одна иди, или никак, с Костей ее не взяли. Ух ты, а откуда у вас такая информация? Мне вот тоже как бы хотелось бы понять это. Серьезно, мне так сказали? Люблю тебя, я тебя тоже. Все. А, так, шалава, шалава, шалава ты меня называла. Ничего страшного, все мы шалава. Кого-то больше обижен на своих мужчин. Слушайте, я на своих мужчин вообще не обижена, на бывших. Вот. Я считаю, что нету смысла обижаться. Неинтересно это, тратить свою энергетику на пустые моменты. Вас там очень не хватает. Ну, ребят, ну, не знаю, что вам сказать по этому поводу. По крайней мере, ну, как бы, я не собираюсь. Саш, как? Костя относится к дочке достаточно хорошо, все хорошо, реально. Все завидуют тебе, что ты сильная. А я считаю, что в таком случае не нужно завидовать, а нужно, наверное, прислушиваться к каким-то советам. И нужно учиться быть сильными тоже. Вот, наверное, это самое главное. Что с голосом? Не знаю, что с голосом. Что у меня с голосом, ребят? Вы с Костей похожи очень. Бля. С чем? Вот можно узнать, чем вы похожи с Костей.
Ты уже переросла проект. Вы так думаете? Вы так думаете, что если меня туда все-таки затащат, я не буду там уже интересна?